24 февраля 2019 года. Жилой комплекс «Волга-Лайф». На данный момент построено уже 4 корпуса, и 2 из них уже сданы. Также построен большой магазин и ведется строительство детского сада. 5-й корпус этого микрорайона уже построен и обшит утеплителем. Ведется подготовка к установке вентилируемого фасада. 6-й корпус также построен, 7-й корпус построен наполовину. В 5-м, 6-м и 7-м корпусах новые балконы с декоративными коваными решетками. Также идет строительство 8-го дома. Он находится за первоначально огороженной территорией этого жилого комплекса. И забиваются сваи под 9-й дом. Сам жилой комплекс находится в 30 метрах от большого леса под названием Дорошиха. Под дальнейшее строительство выравнивается и вырубается территория, заросшая кустами. Здесь будет построен еще больше 10 жилых домов.